Окей, здравствуйте, господа, я вас еще раз всех приветствую в нашей комнате. Сегодня, особенно надеюсь, если среди нас есть новые люди, в любом случае вы сможете использовать эту тренировку, эту презентацию. Но первое, что хочу вам сказать, я получаю очень много звонков, по электронной почте мне пишут, по скайпу, где только можно писать, мне пишут. Я иногда получаю сотни писем в день. И каждый раз у меня люди спрашивают, почему ты выбрал этот проект, почему ты выбрал тот проект. Ведь столько много проектов, а точнее где-то около, ну не около, а более 60 тысяч уже зарегистрированных сетевых компаний. И столько разного, много продуктов, что на пальцах уже не сосчитаете. И каждый раз у меня спрашивают, хорошо, но как же надо выбрать компанию, чтобы заработать серьезные деньги. Разговор идет не о том, чтобы зарабатывать там 2 тысячи, 5 тысяч, даже 10 тысяч долларов в месяц. Мы говорим сейчас о очень серьезных денег. Я имею в виду это 25 тысяч долларов, 50 тысяч, 100 тысяч долларов и больше в месяц. Не в год, господа, в месяц. Но первое, что должен знать каждый дистрибьютор, что для того, чтобы зарабатывать такие деньги в бизнесе, его надо строить. Если вы пришли в бизнес, чтобы заработать в следующий месяц миллион долларов, вы не в правильном месте. Вы это здесь не заработаете. Вы нигде не заработаете, только если вам повезет и вы выиграете в лотерею. Чтобы зарабатывать серьезные деньги и получить вот этот пассивный доход, о котором люди только мечтают, для этого бизнес надо строить. Это первое. В какой бы проект бы вы ни попали. Следующее. Надо попасть в такую индустрию, естественно, на платформе сетевого бизнеса, чтобы больше никто этого не делал, чтобы вы были первые, или, может быть, несколько компаний. Например, очень популярные компании в сетевом бизнесе программы добавки для здоровья, продукты для здоровья. И каждый человек... Я получаю столько много писем и приглашений в эти проекты, и все говорят, ты изменишь свою жизнь, у тебя будет хорошее здоровье. Господа, я заработал достаточно денег, чтобы купить себе самый лучший продукт – здоровье. И, между прочим, самый лучший продукт здоровья не в сетевых компаниях, хотя там продукт хороший тоже. И потому что их уже столько... И есть очень большие трудности с доставками продуктов, в зависимости, в какой стране люди живут. Построить по всему миру с продуктами здоровыми очень, очень тяжело. Их слишком много. Я вам привел пример с продуктами здоровья, потому что это самое большое количество компаний на платформе сетевого бизнеса, которые продают продукты здоровья, и каждый из них кричит, что моя корова лучше, что мой продукт лучше, чем ваш. Конечно, это не совсем правда. Если в одной компании есть хорошая технология, значит, эти технологии уже давно скопировали, и они находятся в других компаниях. Но дело не в этом. Самое лучшее попасть в молодую компанию. Хотя здесь есть риск, потому что в молодой компании, например, по статистике, на 10 новых компаний, 8 компаний вылетают из бизнеса в первый год. К сожалению, это статистика, это не мои слова, поэтому очень большой риск в таких компаниях. Но если вы попали в молодую компанию, которая только начала работать, у вас очень намного больше процент успеха, чем если вы попали в компанию, которая существует давно. И позже в нашей презентации вы узнаете и услышите от меня, почему, хотя мы и новая компания, почему у нас минимальный риск. В принципе, риск есть везде. Риск – это нормально, этого не надо бояться. Риск есть во всех бизнесах, не только сетевом. Это просто понимать надо. Следующее очень важно. Я просто повторю, я уже говорил, в какую индустрию вы попали, и чтобы это был тренд. Что это значит? То есть, чтобы этого еще никто не делал, а если даже и делают – делают небольшое количество компаний, а тренд это имеется в виду, что это только начало именно этой индустрии, самое начало, особенно на платформе сетевого бизнеса.
И вот, господа, это где мы именно и находимся. И вот в этой презентации я вам расскажу и покажу и обосную, почему именно этот проект на сегодняшний день, я не знаю, что будет завтра, не буду загадывать, но на сегодняшний день, я считаю, это мое мнение, вы можете с ним согласиться, можете не согласиться, но мое мнение построено на 43 года, работая в сетевом бизнесе, поэтому я видел все. Видел очень много, видел и успехи, видел и когда компании рушились и закрывались. Все видел и все прошел. И поэтому у меня образовалось определенное мнение по этому поводу. И я считаю, что этот бизнес классный, во всяком случае для меня. Надеюсь, что вы будете считать то же самое после нашей презентации. Так что, господа, добро пожаловать на вебинар по обзору наших возможностей. Защита воспоминания и семейного наследия с глобальной возможностью. Господа, вот на этой фотографии вы видите, вот это мир, в котором мы живем сегодня. Почему я говорил, как очень важно иметь тренд? Потому что еще 5-10 лет назад этого не было. Куда бы вы ни пошли, иногда это даже смешно, люди как зомби, все прикованы к телефону. Господа, все прикованы к телефону. Вот это начало нашего тренда. На этой фотографии вы видите в процентном соотношении, какое количество людей, что они делают, и в это время они используют свои телефоны. Я не буду говорить о всем, но почти 90% людей не выходят из дома без телефона. У меня у самого сколько раз было, я шел, например, на встречу, и вдруг я себя ловил на слове, я уже сидел в машине, что я забыл телефон, я возвращался домой и брал телефон, потому что я без телефона, как без рук. Господа, 64% людей даже посылают текст-месседж своим друзьям и знакомым, когда они находятся в одной комнате. 75% людей считают, что они уже addicted к телефону, как алкоголики, только по отношению к телефону. Более 60% людей во всем мире в прошлом году купило лучший телефон. На этой странице, господа, слушайте это очень внимательно, потому что вы должны быть уверены в том, чем вы занимаетесь. Если у вас появится уверенность, а уверенность появится только от знаний, где вы находитесь, тогда вас никто никогда не сможет остановить. Мне очень часто, когда я кому-то начинаю говорить о своем бизнесе, или мне человек присылает информацию о своем бизнесе, я им сразу же в ответ присылаю свой. И пишу обычно, если вы найдете в моей презентации, что ваш бизнес лучше, вы сможете мне это обосновать, я обращу внимание на ваш бизнес. Ну, естественно, когда я это пишу, я уже знаю, что у них за проект. И никто не может на сегодняшний день, во всяком случае пока, убедить меня в другом. Я всегда, по-английски такое выражение, open mind. Мое подсознание всегда открыто. И я всегда смотрю на все. Потому что никогда не знаешь, чему-то можешь всегда научиться. И от других людей. И я посмотрел очень много проектов, хороших проектов. Никто не имеет то, чего имеем мы. В 2011 году на 6% увеличилось количество людей, которые используют телефоны. И посмотрите каждый год, как оно увеличивается в процентном соотношении. Это просто можно обалдеть. Это и есть тренд. Это только начинается, господа. Это только капля в море. Используйте беспрецедентный рост использования мобильных и компьютерных услуг Got Backup. Вот, господа, что мы делаем. Got Backup буквально единственная компания в мире, которая предлагает 6 терабайт защищенного хранилища для 6 членов семьи и неограниченное количество устройств.
Например, iCloud, OneDrive и другие предлагают только 2 терабайт места для одного пользователя. Мы предлагаем в 3 раза больше и дешевле. Господа, мы единственная компания, которая извлекает выгоду из этой новой глобальной тенденции с удивительной и очень прибыльной возможностью домашнего бизнеса. Господа, OneDrive, у них уже 700 миллионов потребителей. 700 миллионов. Это компания, которая просто предлагает людям возможность на их клауд сохранить информацию с телефонов, с компьютеров. И у них уже 700 миллионов подписчиков. И они это не делают на платформе сетевого бизнеса. Представляете, какая у нас возможность? Потому что мы дешевле, и скоро вы это увидите. На этой странице вы можете, в принципе, сами подсчитать. Значит, у нас стоит в месяц, вы должны платить в месяц, $9.97 в месяц на 6 терабайт. И вы можете использовать это на 6 компьютеров или поделиться со своими 6 родственниками. Окей? Если, например, вы платите сразу за год, то это получается, я имею в виду, не имею в виду бизнеса, просто за употреблением этого продукта, то получается $99.97. Вы экономите, если вы платите сразу за год. То есть $100. Окей, $100, 6 терабайт. Вы можете пользоваться сами или 6 человек. А теперь посмотрите Dropbox. Dropbox – это та компания, которая имеет уже 700 миллионов подписчиков, оценивается в $10 миллиардов. Значит, у них стоит на 5 человек, они могут использовать 2 терабайт. Это получается $900 в год. У нас $100 в год. Есть разница? Я не буду зачитывать, на этой странице показано, какая страна сколько платит за 2 терабайта. Я вам просто приведу пример в Америке. В Америке стоит, в Америке, в принципе, самая дешевая цена, если считать по всему миру, то за 2 терабайт стоит $10. $10 за 2 терабайт. У нас стоит $10, я округляю, $10 за 6 терабайт. То есть в 3 раза дешевле. Господа, сейчас происходит массовый рост мобильных данных. В 2011 году насчитывалось 1 миллиард пользователей смартфонов. На сегодняшний день эта цифра уже увеличилась в 5 раз. Господа, 5 миллиардов людей используют телефоны. Учитывая быстрый рост использования мобильных устройств, потенциальный рынок GetBackup огромен и продолжает расти. Поскольку все больше людей используют свои мобильные устройства, чтобы запечатлевать и делиться моментами потребности в надежном безопасности резервном копировании. Короче говоря, сказать своим языком, то, что происходит сейчас в мире, то люди все хотят запечатлеть на свой телефон. Они делают фотографии, записывают разные видео и все держат у себя на телефоне. Даже банковскую информацию. А представляете, если телефон поломался или он его потерял? Вся эта информация пропала. Значит, если человек делает правильно, то что ему надо сделать? Ему надо возможность иметь, сохранить свою информацию где-то в таком месте, где она не пропадет. Создается массовый рост мобильных данных. С ростом и использованием мобильных устройств люди создают больше данных, чем когда-либо прежде. Господа, вот это и есть тренд. То, что сейчас происходит, это никогда не происходило раньше. Сейчас оно растет с каждым днем. И с такой быстротой, космической быстротой. Это постоянный поток фотографий, видео и другого цифрового контингента. Требуется безопасного и надежного места для хранения и GetBackup –
представляет именно это. Господа, эта тенденция продолжает расти каждый день. Потери критически важных данных растут по мере того, как люди создают больше данных. Господа, 45% мобильных телефонов, людей, которые владеют мобильными телефонами, 45% людей случайно ломают свой мобильный телефон и теряют свои данные каждый час. То есть каждый час 45% этих 5 миллиардов телефонов ломаются и теряются. Каждый час ломается более 5700 экранов. Господа, каждый час. Пока мы делаем эту презентацию, где-то в мире 5700 телефонов будут поломаны. Ноутбук и мобильный телефон крадут каждые 43 секунды. Это значит, люди теряют всю свою информацию, поэтому им нужна что? Им нужна компания Guard Backup. Guard Backup – бизнес из дома. Мы единственная компания, которая распознала начало этой глобальной тенденции и превратила ее в удивительную и очень прибыльную возможность домашнего бизнеса. Получайте деньги за помощь семьям в защите их очень ценных воспоминаний и данных, господа. Здесь очень важно знать, как нам платят. Потому что до сих пор, даже сколько уже я делал презентации, все равно люди мне пишут и задают вопросы, они до сих пор не могут понять, как нам платят. Господа, наша оплата, наш маркетинг очень простой. Он действительно очень простой. Но это не значит, что каждый из нас сразу сообразит, как оно работает. Поэтому, господа, слушайте внимательно. Первое. Значит, комиссионные нам платят, это считается от той суммы, которую мы платим каждый месяц за наш аутошип. То есть раз в месяц мы заплатили $10 за наш бизнес, и мы с этого получили 200% комиссионные. То есть, если вы привели человека в бизнес, и он проплатил за первый месяц, вы получили 200%, то есть $20. А точнее, мы даже получаем чуть больше, это получается $22.40 вы получаете первый раз, в первый месяц, от того человека, которого вы привели сами лично. Следующий вид оплаты, второй. Вы получаете 25% со второго месяца от каждого дистрибьютора, которого вы сами лично привели в бизнес. То есть, так как у нас бинар, и у нас две ноги, и в основном во всех бинарах, если у вас одна нога растет, а другая нога пустая, не имеет значения, сколько людей вы привели, последующие месяцы вы никогда ничего не получите до тех пор, пока у вас не начнет также расти и слабая нога. У нас, господа, такого нету. Потому что если вы перевели человека лично в бизнес, первый месяц, как я уже сказал, вы получили 20%, а со второго месяца и последующие все месяцы вы будете получать 25%. 25% с каждого дистрибьютора, которого вы привели сами лично в бизнес. Я еще раз повторю. Первый месяц вы получаете со своего партнера 200%, а последующие месяцы вы будете получать 25% от той суммы, сколько они платят. Там, допустим, они заплатили $10 в месяц, вы получили 2,50. Я округляю. И это не в зависимости, где они находятся под вами и как глубоко, и они могут все находиться в одной ноге. Вы все равно будете получать с того партнера, которого вы привели сами лично, пока он платит свой аутошип, вы будете получать 25%. Это второй вид оплаты. Третий вид оплаты – matching бонус. Matching бонус вы будете получать со всех людей, которых вы сами лично привели в бизнес, не в зависимости, где они находятся в вашей группе. В одной ноге, во второй ноге, на первом уровне, на тысячном уровне – не имеет никакого значения. Каждого человека, которого вы привели сами лично, все, что он заработает в бинаре, вы будете получать 25% matching бонус. Например, если вы привели 10 человек,
И каждый из них заработал $1000 в бинаре. То есть то, что здесь не так тяжело это сделать. Вы получаете 25%, то есть $250 с каждого, это 2500 вы заработали со всех 10 человек. Только мэтчинг-бонус, только потому, что вы привели этого человека, этих людей, сами лично в бизнес. И рефералов вы можете привносить, приводить без лимита, сколько угодно. И не имеет значения, на каком уровне эти люди будут у вас находиться. У меня, если я не ошибаюсь, у меня уже моя структура, наверное, дошла до уровня 70-го или, может быть, даже больше. Поэтому это совершенно не имеет значения, где находятся ваши люди, которых вы привели сами лично, вы все равно будете получать этот комиссионный. Здесь вы видите фотографию нашего вебинара. Все то, что отмечено зеленым цветом, это люди, которых вы привели сами лично. Красным цветом это люди или пришли как переливы сверху, или люди, которых привели ваши дистрибьюторы. В принципе, вот так расположен наш бинар. Бинарный план, в принципе, платит нам, компания гарантирует до 25% с маленькой ноги. Платит вам, вы должны иметь цикл по-русски. Что значит цикл? В одной ноге у вас должно быть 4 человека, в другой ноге 2 человека. Это не имеет значения, кто привел этих людей. Потому что у нас единственное, что вам нужно иметь для того, чтобы быть квалифицированным на бинар, это только платить свой каждый месяц $10. И вы уже квалифицированы. Но получать вы будете с бинара только в том случае, когда у вас с одной ноги 4 человека, а в другой ноге 2. Это первый цикл, и цикл переходит каждый месяц, поэтому вы с него получаете не один раз, вы будете с него получать каждый месяц, до тех пор, пока люди проплачивают свой аутошип. И вы получаете до 25%. Почему я не говорю 25%, почему я говорю до 25%, это значит, это имеется в виду от того, с какой профит компания заработала именно в этот месяц. Обычно, если много людей платят сразу за год вперед, то в этот месяц профит намного большой, и за прошлый месяц я получил, за каждый цикл я получил $15 за цикл. Так, по идее, мы должны получать за цикл $5, я получил в 3 раза больше, то есть $15 за один цикл, за каждый цикл, потому что профит был очень большой. Так что, как вы видите, заработок может быть намного больше, чем 25%. Но опять-таки я повторю, это все зависит от какую сумму, какой профит заработала компания. Компания нам выплачивает 75%. Поэтому если по какой-то причине они заработали больше, чем 25%, 25% это их доход. Если они заработали больше, чем 25%, они возвращают нам. Я хочу, чтобы вы заметили на одну вещь, господа. Это очень важная вещь. Это мелочь. Она очень приятна и очень важная, потому что я был во многих проектах. Я ни разу в жизни не видел такого. Какой бы вы ни пошли проект, если вам дают определенный процент, сколько вы будете зарабатывать, вы никогда не заработаете больше этого процента. Такого никогда не было. В основном во всех бинарах в среднем всегда процент до 10%. Если компания зарабатывает больше профита, она никогда вам не заплатит ни 11, ни 12. Вы всегда будете зарабатывать максимум 10%. Или в данном случае, если компания платит 25%, обычно никогда не получаешь больше. А нам платит больше, потому что если компания заработала больше профита, профит зависит от того, сколько людей в этот месяц проплатили за весь год. Поэтому компания сделала то, чего она не должна нам делать. Тут же, видите, пишется до 25%, а заплатили в 3 раза больше. Я, честно говорю, когда я получил свой чек и посмотрел описание, я просто обалдел. Мне говорили еще такую возможность, но пока сам не получишь, это просто можно обалдеть. Наш бинарный компенсационный план. Любые продажи, которые вы осуществляете, являются активными и становятся партнерами. Отправляется ваш накопительный банк.
Что это значит, господа? Благодаря нашей системе у каждого дистрибьютора, у каждого из вас есть полный контроль, куда вы можете поставить своего человека в нашем бинаре. Если вы сравниваете со всеми бинарными компаниями, в основном вы можете ставить человека только или влево, или только вправо. В основном. Не все 100%, но в основном так. У нас вы можете поставить человека, куда ходить, у вас полный контроль. Что это значит? Когда вы подписали своих людей, они идут в ваш банк, накопительный банк. И если вы сами лично подписали человека, то как только вы его подписали, вам сразу проплачивают, и вы можете зайти в свой кабинет и увидеть этого человека. Но больше его пока никто не видит. И каждую неделю в четверг, а точнее, если я не ошибаюсь, в 8 утра по московскому времени, начиная с 8 утра по московскому времени, вы сможете зайти в свой кабинет и из своего накопительного банка установить партнера, куда вы хотите. Если вы хотите поставить кого-то помочь, вы можете это сделать. Если вы видите, что у вас, например, с одной стороны 4, а с одной только 1, вы поставите туда, где вам требуется. И так далее, и тому подобное. Что поэтому у вас полный контроль. Это тоже одна из простых таких, но очень приятных вещей, которые мне очень нравятся. Я понимаю, что благодаря этому у меня полный контроль, куда я могу поставить своих партнеров. Господа, кто не хочет защитить свои семейные воспоминания и наследие всего лишь за $10 в месяц? Мы находимся в самом начале тренда, который стремительно растет с каждым днем, господа. Присоединяйтесь к нашей семье God Backup. Господа, вот это наш бизнес. Он очень простой. И самое главное, что возможность здесь есть для всех. Это просто обалденный бизнес. Я сейчас закончу нашу встречу, но после этого я выйду к вам, господа, и еще отвечу на ваши вопросы. Так что большое вам спасибо за то, что вы посмотрели мое видео. И если вы смотрите его на YouTube, и вам этот бизнес понравился, обязательно обратитесь к тому человеку, кто дал вам эту информацию. И добро пожаловать! И, господа, если вам понравилась эта презентация, пожалуйста, поставите лайк. Спасибо, господа.